Всем привет, дорогие друзья, на связи Кася, да Ючик, ребята, и сегодня мы снова с вами играем на проекте Black Russia. Что ж, ребята, очередной ролик, который сегодня будет, наверное, выходить из рамок того, что я обычно снимаю, потому что, как вы знаете, целенаправленные ролики были до этого, которые идут в помощь новичкам. В этой же серии, ребята, сегодня я ее посвящу, скорее всего, себе, потому что, как вы прекрасно знаете, у меня, ребята, сегодня день рождения. Ну, хотя я снимаю в понедельник, ребята, 23 числа, завтра времени не будет, сами понимаете, но и тем не менее, ребята, в этой серии мы купим с вами уникальный транспорт за донат и протестируем его, то есть будет ролик посвящен больше тесту. Я никогда в жизни не покупал тачки за донат, поэтому сегодня, как говорится, в честь своего дня рождения решил это исправить. Дружище, если ты никогда в жизни не слышал и не играл на Black Russia, то присоединяйся, конечно же, играть вместе со мной, в общем-то, взлетай в мою семью Best Guys, и, короче, да-да-да, Мак тут лезет, короче, в ролик. Это, короче, ребята, наш командир, кстати, по поводу приема в семью, если что, можете обращаться к нему. Итак, ребятки, в общем-то, в целом, для того, чтобы играть вместе со мной, нужно скачать игру по ссылочке в описании, установить лаунчер, ввести свой ник в порядке, как у меня Юрич Топкин через слэш, ну и залетать на сервер СПБ и играть вместе со мной. В семью Best Guys можешь вступить уже со второго уровня, а также, ребят, со второго уровня вам доступит мой ютубевский промокод хэштег Топкин, вводите его, получайте денежки, ну а если у вас есть вопросы по развитию, как создать, допустим, правила дорожного движения, какие промокодики есть, на это все уже сняты ролики, поэтому просто прогуляйтесь по каналу и, в общем-то, найдете то, что вам интересно. Итак, ребята, деньги за донат. Напишите в комментариях мне, как часто вы донатите на проекте Black Russia. Будет максимально интересно узнать, кто уже донатил, потому что, ребята, у ютубера есть такая тема, что если кто-то из подписчиков, так сказать, донатит, то ему падает небольшой процент. Поэтому, ребята, вот эти деньги, которые сейчас у меня есть на счету, это благодаря вам, то есть это именно с ваших транзакций, которые идут под X2, мне тоже какая-то маленькая там часть падает, и накопилась вот такая сумма. Поэтому можно сказать, что подарок дарите именно вы мне, что, в принципе, очень даже неплохо. Большое вам спасибо, ребята, за вашу активность, конечно, и за то, что играете вместе со мной. Итак, ребята, для того, чтобы купить машину, нам, конечно же, нужно перейти во вкладку «Транспорт». И, как вы видите, здесь у нас есть вот такие уникальные тачки, ребята, которые стоят прилично. То есть новые машины, которые были добавлены недавно, это Jaguar и Mercedes-Benz. На самом деле, машинки такие старенькие, стрёмненькие. Мне особо они не понравились, даже когда они появились. Они лимитированные, то есть кто-то там скупил 21 штуку, вон 23 штуки. Но машина не стоит своего внимания абсолютно, ребята. Я сегодня же хочу купить самый настоящий Бэтмобиль, потому что за свои деньги, это за 7000 рублей доната, получается, это самая топовая тачка, которая здесь есть. А также есть, смотрю, BMW M5 F90 PPS, 50 тысяч стоит. Не знаю, откуда такие бешеные деньги, но если стоит 50, значит стоит 50. Наверное, многие за ней охотятся, хотят ее купить, но тем не менее, Бэтмобиль, ребята, тоже довольно-таки отличный транспорт. А потому что, во-первых, смотрите, максимальная скорость 380 км в час. Это дохренище, это вообще нереально. Но самое прикольное, что ускорение аж целых 2 секунды. Это, наверное, самая быстрая тачка на проекте, не считая Бугатти. Даже интересно узнать, сколько у Бугатти. Сейчас ради интереса мы купим эту тачку. Я, кстати, хочу ее покрасить сразу белый цвет тоже за донат, потому что белый мне нравится намного больше, чем черный. В черном непонятно, что за тачка. Синий и красный вообще какие-то непонятные. Поэтому вот так вот я, в общем-то, делаю себе подарочек благодаря вам. Все, покупаем. Окей, ребята, полетела тачечка. 2019 года написано, что машина. Кстати, да, ребята, по поводу того, где находится дом семьи. Я, кстати, не просто так-то начал здесь ролик. Стоит напротив меня вот эта вышка. Это Арзамас, ребята. Вот здесь находится дом фамы, чтобы вы понимали. Если вам не с кем поиграть, залетайте в телеграм-чатик мой, который есть в описании. По ссылочке переходите. Прием в семью, ребята, работает у меня именно со второго ранга. То есть любой боец уже может принять абсолютно любых новичков. Поэтому имей в виду, подходи к любому парнишке. Если он уже второго ранга, он тебя без проблем примет. Так, ребята, я прибыл, в общем-то, в автосалон высокого класса. Но, как вы прекрасно понимаете, я сюда телепортнулся, чтобы не терять время. И давайте посмотрим именно на машину, которая мне интересна. Самая дорогая. Бугатти. Та самая Бугатти. Разгон 2,2 секунды, ребята. Бэтмобиль быстрее Бугатти. Но тут максимальная скорость 400 км в час, у Бэтмобиля 380. А что вы думаете? Я считаю, что за 7000 рублей это очень выгодно. Потому что Бугатти стоит 1 лярд. Блин, 1 лярд. Вы просто представляете? 1 миллиард стоит черная Бугатти. У кого она есть вообще? Ближайшая тачка, которая более приземленная, 380 миллионов рублей, это Бугатти Дива, ребята. Разгон 2,4, опять-таки на 0,4 миллисекунды это хуже, но скорость такая же. Ну, максимально интересно, окей. Давайте посмотрим, наконец-то, на этот Бэтмобиль. Я уже вижу, ребят, этот маркер, я уже вижу бомжа, который побежал к этой тачке. Он явно в шоке, хочет уже ее угнать. Сегодня, ребят, постараемся посмотреть на реакцию людей, как, возможно, многим понравится, не понравится эта машина. Заедем, может быть, на Боу-рынок, но самое главное, я хочу проверить именно ее скорости. Так, а давайте мы вот так вот сделаем быстренько. Короче, ребята, машина одноместная.
знаю, кто не заметил. Опять-таки повторюсь, обязательно нужно закрыть непосредственно здесь все двери. И вот так вот, слушай, она неплохо смотрится. Прям весьма-весьма неплохо. Так, ладно, попробуем прокатиться. Сделал я игру погромче, а то не слышно, как даже движок работает. Ой-о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 й! Охренеть, тормоза бы сюда еще завести. Я так понимаю, что, скорее всего, на донатной тачке нету никаких улучшений. То есть максимум ее можно покрасить как-то. Но даже не уверен, что неоны на нее есть. Этим делом, если вы хотите, ребята, мы позанимаемся чуть позже. А пока давайте постараемся разогнать те самые 380 км в час. Кстати, привет соседу, который со сверлом опять сверлит. То в теме, то в теме. Как говорится, я думал, он нас уже покинул, но нет. Он время от времени вылазит. Так, ладно, понятно. На этой дороге, ребята, лучше не гонять. Здесь постоянно происходит вахханалия. В общем-то, это трасса именно, где находятся все у нас автосалоны, поэтому нормальное явление. Сейчас через, получается, круговое движение налево дадим, и там вот дорога более-менее хорошая, где можно тачку протестировать. Я, конечно, ребята, на многих тачках катался, но к такому автомобилю надо привыкать просто. Вот реально нужно привыкать. Так, парнишка, не подрезай. Все, едем на все бабки, ребята, просто на все бабки. Если улечу, так улечу. Просто максимальную скорость в комментариях, ёпа-мать! Спокойствие! Че, минус тачка? Нет, живой, ребята, живой, жив цел орел. Единственное, но я, пожалуй, ее починю. Кстати, ребята, если у вас появляется личный автотранспорт, я прям настоятельно вам рекомендую, как минимум, в инвентаре носить, конечно же, ремки и носить непосредственно с собой канистру. Кстати, ребят, хочу сделать небольшой привет. Этот привет мы дадим человеку под ником Дошик, потому что он мне буквально вчера подарил сумку Gucci и не верил, что это я, но тем не менее окей. Так, что ты там просил? Что он там просил? Давайте посмотрим. Она одноместная, братан. Так что вообще никак не получится. Никак не получится, так бы подвез. В принципе, я знаю это место, ребята. Здесь очень много ребят разбивается. Но, тем не менее, да, ребята, такая тема у нас есть. Давайте я чат обратно уберу. Двери открываются очень интересно, даже верхняя крышка. Только она не закрылась. Это... О, закрылась. Закрылась от ветра. Так, я видел максимальную скорость 270 км в час. По управлению, ребята, как я уже сказал ранее, машина просто нереальный топ. Она очень хорошо держит дорогу, правда... Ребята, которые вот так вот катаются, как пьяные за рулем, это вообще это проблема Black Rush, я считаю, да и вообще любого проекта, потому что ребята не дружат с управлением вообще. Сколько максимальная скорость была? Где ее проверить-то вообще? Даже автотрака прямой нету такой, чтобы можно было реально проверить на максималке данную тачку. А так, давайте посмотрим. Но это лучший, наверное, участок сейчас будет прямой, да? Ладно, попробуем, ребята. Попробуем не зазвенеть яйцами, как говорится. Максималку хотя бы 300 хочу выжать. Так, все, поехали. Тут фуры часто выезжают, тем более сегодня час пик. Есть вся вероятность, конечно же, разложиться. 300 есть, ребята, прошли. Скорость звука там со скакой начинается. На скорости не управляется, не управляется на скорости. 350 максимум разогнал, пацана не видел, к сожалению, не видел пацана. Смотрел на тачку, ребята. Машина очень быстрая, очень хорошая, мне нравится, ребята. 7000 доната, мне кажется, потрачены не зря. Пишите в комментариях, что думаете. Ну, а я сейчас, пожалуй, проедусь до авторынка. Давайте посмотрим на мнение ребят. И, возможно, кто-то предложит хорошую цену. Потому что я знаю, что такие тачки, ребята, продавали как минимум за 50, а то и больше миллионов рублей. Поэтому имейте в виду. Так, давайте мы его заправим, во-первых, этот автомобиль. Так, все, хорошо. Хорошо, машина. Машина готова. А ехать будем? Все, нормально. Нормально, единственное, но, ребята, сразу чиним тачку. То есть, видите, буквально покатился 3 секунды, а как бы ремки уже закончились. Это нормальное явление. Так, я, наверное, пожалуй, сбегу, еще ремки куплю. Что ж, ребята, наконец-то я добрался до точки назначения. На самом деле, где я только не побывал. Один маленький запорожец, и, как говорится, Бэтмобиля просто как и не было. Это вообще нормальное явление. Так, гудок. Все, окей. Меня закинуло в автосалон высокого класса, я так понимаю. Здесь, смотрю, не особо много машин. Короче, ребята, да, я так понимаю, что я попадаю в комнату для машин высокого класса, скорее всего. Вот такие вот дела. Так, тут на Макларе. Не смотрю, пацаны, приехали. Неплохой Макларен. Так, акула у меня, в принципе, на оранже была и сейчас осталась. Поэтому акула неинтересна. Так, надо включить, я так понимаю, чат, дабы узнать вообще, что там ребята расскажут. Так, ну да, Бэтмобиль сразу оценили. Сразу оценили в комментариях. Да, и рубль говорит. Ну такое, ну такое. Че сразу рубль-то? Рубля, как говорится, нету.
Так, депосы за взяточку танцуют, что ли? Или что здесь происходит? Тоже довольно-таки интересно. Можно я фары помою? Мне кажется, тут фары наклейки, братан. Это вообще не вариант. Ну и, в принципе, все. Пускай стоит закрытая. Давайте посмотрим, кто еще подойдет. Ну, на самом деле, реакция довольно-таки такая. Довольно-таки нормальная. Потому что, ребята, Бэтмобиль, как я понял, добавлен был уже давно. Но все равно, посмотрите на эту машину. Машина очень-очень-очень крутая за свои бабки. По сравнению с теми же самими Ягуарами, которые новые. Все-таки Бэтмобиль имеет вид. Так, кто-то там акулу продал, тот спрашивает, сколько. Короче, ребята, если в двух словах объяснить, что здесь произошло, подошел пацан, спросил, в общем-то, у меня паспорт машины, посмотрел, спросил, сколько в ГОС она стоит. Я, кстати, не знаю, сколько она стоит в ГОС. Но, тем не менее, он мне предложил 5 миллионов, 5 мультов. То есть, вы понимаете, эта тачка доната 7 рублей, он мне 5 мультов предложил. Решил заскамить маму-то, как говорится. Она одноместная. Так, понимаю. Короче, вот такие, ребята, приколы. Очень-очень много людей, которые пытаются, конечно же, вас обмануть. Имейте в виду. Так, продашь корону, не-а. Ну что ж, ребята, как-то вот так получилась серия. Конечно, можно сказать, что это не полноценный автообзор, но, тем не менее, ребята, машина прикольная. Пишите в комментариях, что вы по поводу нее думаете. А самое главное, во сколько бы вы ее оценили. Потому что я знаю, есть ребята, которые давно играли уже и на Orange со мной, и на других серверах. Напишите в комментариях реальную ее стоимость, в общем-то, сколько она стоит. Потому что реально интересно, ребята, возможно, я ее соберусь потом когда-нибудь продать, если она мне надоест. Что ж, ну, как говорится, с днем рождения меня, всем спасибо, кто уже прожал лайк, и, конечно же, ребята, большое спасибо, если вы играете вместе со мной. Ссылочка, напомню, что на лаунчере есть в описании, скачивайте, вводите мой промокод, ну и играйте вместе со мной на сервере СПБ. Всем спасибо, ребята, увидимся с вами в игре.